Мы Нохчи. Народ Нуха. Наша история – это история борьбы, выживания, жизненной силы. На протяжении многих веков наша земля рождала сильных людей, которые становились героями своего народа. Ценности ислама и наставления Кунд-Хаджи Кишиева стали основой нашего духа и дали нам силы выжить в тяжелейших испытаниях. Грозный – наша столица. Богатство нашей земли прославило наш город на весь мир. И даже тяжелейшие испытания, которые пережила наша земля в конце 20 века, не сломили наш город. Всевышний послал нам сильного лидера – Ахмата Хаджи Кадырова, который объединил нас на пути мира и созидания. Мы родились в начале этого пути. На наших глазах республика прошла этап восстановления и духовного возрождения, достигла небывалых высот развития и процветания. Сегодня нам предстоит следующий шаг этого пути. Именно силами нашего поколения будет развиваться наш город. Мы будем растить в нем наших детей, заботиться о наших родителях и строить его дальше. Каким мы хотим видеть наш город? Мы хотим, чтобы наш город стал воротами России в исламский мир. Мы хотим, чтобы в нашем городе строились доступные и удобные жилые районы, где сохранялись бы традиции нашего народа. Мы хотим, чтобы в нашем городе появлялись высокотехнологичные рабочие места. Мы хотим, чтобы в нашем городе были площадки для семейного отдыха и воспитания наших детей. Мы хотим, чтобы в нашем городе проходили мировые культурные, спортивные и деловые события. Мы хотим, чтобы наши дети могли получить в нашем городе качественное образование. Мы хотим, чтобы наши родители имели качественное медицинское обслуживание. Мы хотим, чтобы в наш город приезжали туристы со всего мира. Мы хотим, чтобы наш город стал лучшим городом Земли. Мы начнем с повышения привлекательности Грозного как культурного и туристического центра. Мы будем сохранять и приумножать богатое наследие города и республики, создавать новые объекты притяжения туристов. Также мы сосредоточимся на развитии инфраструктуры для делового туризма. Национальный экспозиционный центр даст нам возможность показывать достижения нашей республики и станет площадкой для проведения мероприятий мирового уровня, заняв позиции главного выставочного комплекса Северного Кавказа. Наряду с туризмом мы будем работать над диверсификацией экономики города, развивая цифровую индустрию и креативный сектор. Индустриальный парк и особая экономическая зона создадут новые рабочие места в прорывных отраслях экономики. Оживленный деловой центр, венцом которого станет Ахмат Тауэр, будет ключевым звеном в новой экономике города. Мы будем проводить в нашем городе знаковые культурные события мирового масштаба, такие как фестиваль поэзии стран ислама и неделя исламской моды. Международный культурный центр «Ахмат Холл» войдет в число лучших концертных залов. «Ахмат Тауэр», «Ахмат Арена» и «Ахмат Холл» сформируют собой целостное триединство и станут визитной карточкой города в деловой, спортивной и культурной жизни мира. Мы будем строить в нашем городе доступное и современное жилье. Новые жилые районы будут сочетать в себе все удобства городской жизни, при этом давать возможность сохранять традиционный уклад жизни нашего народа. Внутридворовое пространство Вэй-кварталов будет оборудовано площадкой Пхёга для отдыха старших поколений, детских игр Бейрэшлоу-Зубеша, а также для проведения традиционных чеченских зикров. Набережная Сунжи и Грозненское море станут основными локациями для отдыха всей семьей. Иммерсивный зоопарк «Ноев ковчег» даст возможность нашим детям познакомиться с богатством и красотой животного мира планеты, не выезжая за пределы нашего города. Наши дети смогут получать конкурентоспособное и качественное образование. Образовательный кластер усилит синергию трех наших университетов и привлечет в наш город талантливую молодежь со всего мира. Наши родители и дети смогут получать высококвалифицированную медицинскую помощь. Мы создадим медицинский кластер, который достроит инфраструктуру здравоохранения до современных стандартов и сформирует собой еще один центр притяжения в наш город. Наш город прочно займет место ключевого хаба взаимодействия
нашей страны со странами исламского мира. Воротами нашего города станет большой представительский городок, где разместятся центр исламского банкинга и экспорта халяльной продукции. Мы будем укреплять позицию нашего города как главного духовного и культурного центра исламской жизни в России. Символом нашего города станет олива пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, как знак мира и вечной жизни. Мы достойно продолжим путь Ахмата Хаджи и сделаем наш город лучшим городом земли, вечным городом, городом поколений. Халат Тахия!